Двухнедельные сборы подходят к концу. Настает время для спаррингов в полном контакте. В ринге спортзала Дома культуры «Рассвет» молодые боксеры выкладываются по полной. Ведь тот, кто выйдет победителем в сегодняшнем бою, представит Бурятию на чемпионате Сибири. Работа на износ, напряженная атмосфера и разбитые лица – все говорит о том, что каждый из них свой шанс готов использовать на все 100. В воскресенье мы отъезжаем туда, в Иркутск. С этого с первенства сухого уже на первенство страны самый основной старт наш, так сказать. И сейчас вроде ребята уже получается вторая неделя сейчас проходит. И ребята вроде подготовлены. Сейчас стараемся, как говорится, я думаю, мы должны неплохо выступить. Ребята хорошо дышат, вроде ничего. В сторонке за рингом в красных и синих бинтах проводит бой с тенью капитан нашей сборной Родна Цыбиков. На соревнования он едет не в первый раз и уже становился сильнейшим в Сибири. В прошлом году он уступил свое чемпионство. На этот раз Родна готов вернуть себе звание лучшего и в любой момент поддержать партнеров по команде. Все мы готовимся к Сибирскому федеральному округу и должны все выиграть этот Сибирский федеральный округ в городе Иркутске. У каждого есть шанс, и мы должны победить Сибирский федеральный округ и попасть на Россию и там выиграть Россию и стать чемпионами. Большой турнир и большие амбиции. Что ж, подтверждать слова делами, юные боксеры будут с 9 по 14 февраля. По итогам всех соревнований лучшие попадут в сборную России. Баир Цыдыпов, Алексей Ионов, Первая альтернативная.